Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня, и сегодня покупки из магазина DNS. Это магазин электроники. Давайте я вам покажу, что мы там купили. Взяли вот такой вот USB кабель метровый. Затем взяла, так, кабель у нас стоил сколько, сейчас скажу сразу цену, 220 рублей. Взяла вот такую флешку на 32 гигабайта, 550 рублей. Взяли вот такой вот картридж стройный многоцветный, 1499. И взяли вот такую фотобумагу, 50 листов, 150 рублей. Для чего мы вот это все купили? У нас сегодня такая грандиозная покупка. Наша старая такая мечта, которую мы сегодня осуществили. Подарок для всей нашей семьи. Это вот такой вот стройный цветной принтер. Здесь можно и фотографии печатать, и ну, все что угодно, да. Давно мечтали, и вот наконец-таки решились купить. Он стоил 3299 рублей. Кому интересен подробный его обзор, я напишите в комментариях, я в следующем видео вам распакую его, все подробно расскажу, покажу, как он печатает. В общем, пишите в комментариях. Думаю, что в любой семье это нужная вещь, особенно когда школьники, уже которые школьники переходят в среднюю школу, в старшую школу, это, конечно, уже необходимая вещь становится. Поэтому мы наконец-таки приобрели этот принтер. В общем, такие вот у нас сегодня приятные обновки, подарки всей нашей семье. Пишите комментарии, делитесь этим видео в социальных сетях. Ставьте лайк мне в поддержку. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.